Всем доброго времени суток, всем привет! Приготовим сегодня молочно-банановый коктейль с пломбиром. А для этого мне понадобится 300 грамм молока, столовая ложка сахара, один бананчик и мороженое грамм 50. Вот и все. Кладем сахар в молочко, нарезаем банан для того, чтобы перекрутить его в блендере. Измельчаем. Можете поломать руками, вот и все. Все, сложили, положили. Теперь берем блендер и минуту взбиваем. Все, коктейль готов. Приготовили мороженое. Стаканчики, бокальчики. Выливаем наш коктейль в бокалы или в фужеры. Отправляем туда по одной столовой ложке мороженое. Вот как видите, он густой, такой тянется, льется классно. Вот так. Мои детки уже сидят, ждут. Все, коктейль готов. Готовьте, пробуйте. Рецепт оставлю под видео в описании. А еще под видео в описании у нас есть ссылочка на наш семейный канал. Заходите, подписывайтесь. Ну что ж, всем спасибо за комментарии, за лайки и за пожелания. Песня. Вкусно? Вот. Вот, вкуснятина. Ну, печь. Только аккуратно, да, тут сильно холодно, да. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока.